Добрый день! Сейчас мы с вами посмотрим лот «Платья женские, зима, крем, Швейцария». Подробную информацию смотрите в ссылке под описанием. Начнем мы с трикотажного платья размер XS. Вот, с рукавами. Длина ниже колена. Дальше у нас C&A. Рукавчик примерно 3/4 расклешенный. Очень такое вискозное, очень тепленькое, приятное к телу. Это тоже у нас размер XL. Тезенис размерчик S. Платье водолазка. Высокий ворот и длина очень хорошая, прям почти по щиколотку длина. Праздничное нарядное платье C&A, размер XL. Вот, тоненькие бретелечки. Внизу шифоновый подол. Шикарно. Платье Only, теплое, размер XL, с шерстью. Вот, тоже очень прекрасная сетка. Марка Polo, 40-й размер, с рукавами, вязаный такой большой воротничок, прямой крой. Здесь у нас платье водолазка снова, размер S. Вот, рукавчики расклешенные, прям очень красивые, женственные такие. И воротничок, как у водолазки. Вот, тоже с шерстью, чуть-чуть расклешенная, длина до колена, может, чуть ниже. New Collection. Платье эко-кожа, размер M. Расклешенное. Здесь у нас вязаное платье размер S, это чикори, вот, длинный рукав, крупная вязка, очень такое тяжеленькое. Street One Euro 38 размер, короткий рукав до локтя, прямое, повседневное платье. Вязаное платье со шнуровками, шикарное. Размер S. Манго Евро S размер. Здесь такой материал, как под замшу, что ли, вот что-то такое. Вот. Прямой крой, без рукавов, а внизу металлические такие клепочки. И сзади тоже. Здесь размер L на тоненьких бретельках, шифоновая. Шикарное. Платье водолазка, очень теплое, тоже вязаное. Размер где-то SM. Вот, с блестящей ниточкой. Clock House S размер. Это у нас комбинезон. Ну, как... Вот, как комбинезончик с юбкой. Сарафан. Размер я сказала S. Это у нас крупный вельвет. Бенетон размер SM, повседневное платье, теплое. Мимоза, платьишко, рукав 3/4, прямой крой, размер SM. Здесь у нас XS размерчик. Комбинезон с шортами из эко-кожи. Прекрасный. Так. Евро 40-й размер. Платье, рукав 3/4. Шикарный здесь воротничок красивый сделан. Комбинезон Pull&Bear. Евро XL. Вечерний комбинезон с люрексом. Вот, без рукавов, на запах спереди. И вот XL размерчик с брюками. Шикарный.
манго евро S размер, но здесь вот оверсайз, платье водолазка, вот, очень теплое, тоже шерстяное, ну, либо оверсайз, либо может подойти даже и на размер, ну, до L размера. Дальше у нас евро 40 размерчик, классическое платье без рукавов, длина до колена примерно, Милано, платьишко размер М, тоненькое, расклешенное, с люрексом. Здесь платье тоже с большим воротничком, Urban Kiss фирма. Вот, очень тепленькая, размер М. H&M, платье размер евро М. Сетка. Вот прям сеточка. Рукава полностью в сетке. Внутри, как комбинация такое. Подклад. Вот. Длинное платье, расклешенное внизу, очень такое воздушное. New Collection. Платьишко размер М. О, здесь шикарное просто платье. 42 размера, это Invito. Вот, оно прям, как, знаете, как будто из проволоки сделано. Вот, очень шикарно украшено, без бретелей, сейчас покажу сзади, вот, длина, то есть не длинная, коротенькая, и сзади спинка у нас открыта, вот так вот здесь застегивается на крючки, здесь у нас силиконовая тоже тесьма, прекрасное платье, очень праздничное, нарядное, Zara. Евро М размер, эко-кожа. Today размер М, на запах вверх, с рукавами. Юбочка у нас гусиная лапка. Uniqlo размер М. Очень теплый, теплое тоже платьишко. Вязаное, шерстяное. А здесь комбинезон без рукавов, такой вот весь сверкающий, с шортиками, размер S, это резервит, размер S тоже, платье, сверху запах и снизу тоже запах, вот такое вот прекрасное длинное платье с поясом, очень теплое. А здесь у нас размерчик L, вот такое расклешенное, коротенькое, SM размер, вот, трикотажное, тоненькое, без рукавов, New Collection, размерчик M, чуть расклешенный силуэт, H&M Euro XS, платье водолазка, трикотаж лапша, вот, очень тоже красивая по фигуре, Тиранова размер L, это у нас сверху запах, это тоже комбинезон, только с шортиками, вот, с люрексом, H&M Euro S размерчик, с рукавами, 3/4 примерно, очень теплое вязаное платье. Так, Esmara Euro S размер, платье вязаное из травки, M размерчик, вот такой вот, тоже очень красивое. Здесь M размер с рукавами, подплечники, длина, ну, не сильно длинная получается,
Здесь у нас воротничок стоечка. Сзади спинка вся полностью закрыта тоже. C&A платье. Трикотаж с вискозой. Размер ML. Вот внизу расклешенная. 52 размерчик. Здесь как кардиган сверху, а внутри платьишко как будто бы. Ну вот это все оно вместе сшито. Длинное. Платье с люрексом, размер S, с рукавами. Спинка чуть-чуть побольше, вот открыта, вырез. Очень тоненькое. Здесь у нас размер S, рукав чуть ниже локтя. Юбочка плиссированная, в складку. Здесь размер S. Вот вязаное шерстяное платье. Сбоку пуговицы по всей длине. Широкий воротничок. Прекрасное бархатное платье. Евро 36 размера. Это Paris Atelier. Вот. Что-то французское. Шикарное платье. Очень прям. Из-за того, что бархатное, цвет кажется очень черным. Самым черным оттенком. М размер платья. Высокий воротничок, как маечка, без рукавов. Трикотажная, широкая лапша. Расклешенная слегка. New Collection. Шикарное тоже платье. Широкие рукава. Здесь на запах, на груди очень красиво. Вот. Да, платье. Угу. Прекрасное. Большие пайеточки. Платье водолазка. Очень теплое, плотное. Размер SM. Вот. Шерстяное. Вера Мода здесь. И размерчик у нас ML. Вот такое вот интересное платье. Платьишко тоже у нас трикотажное. Сверху сеточка с пайетками. Здесь тоже вставочка. Размер M. Здесь альфа. И размерчик у нас M тоже. Без рукавов. Платье водолазка. Чуть расклешенное. Велюровое платье Today. Размер L. Вот. Плечики открыты. Прекрасные. Маленькое, коротенькое очень платье на тоненьких, тонюсеньких бретелечках, размер S, вот прямой крой в пайетках, очень красивое. 38 размер, здесь высокий воротничок тоже большой, вот низ черный. Велюровое платье. Открытая спина. Это у нас размер S. Вот, на резиночке. И спинка открыта у нас. Вот так. Очень красивая. Чикори размер L. Платье-рубашка вельвет. Шикарные здесь пуговицы гербовые. Металлические. Теплое платье. Размер L это вилла. Вера Мода 34 размер. Спереди под кожу. Сзади просто как трикотажная.
Здесь у нас платье маленький размер, это, наверное, S. Вот, вверх в пайеточках, тонкие бретельки, внизу сетка, сзади подлиннее, спереди покороче. Страдивариус евро S размер, рукав 3/4, расклешенная чуть-чуть. Арсей с кожаными вставками, размер M. Вот. Классная. Сиандей, размерчик L, платье водолазка с коротким рукавом. Люкс присутствует. Здесь у нас платье как толстовка, размер M, без утепления, ну, то есть без начеса, но все же тепленькое, длинное. New Collection, размер S, рукав 3/4. Вот, подол еще, видите, еще тут внизу черный подшит. И последнее в этом боте. Вот такое шикарное, очень пышное платье. Так, размерчик. Оно даже с этикеткой, кстати говоря. Размер S. Без бретелей. Здесь косточки и чашечки присутствуют даже. Вот такой бант. И оно очень пышное. То есть там вот прям подъюбников несколько штук. Вот. Очень шикарное платьишко. Пышное-пышное. Так, что-то у меня тут все позацеплялось. Сейчас, секунду. Вот. Подробную информацию о лоте смотрите в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.